Здравствуйте, меня зовут Акишева Алия, я сотрудник Государственного музея обороны Москвы. И сегодня я покажу вам мастер-класс по графическому рисунку, который называется «Москва, осень, 1941 год». Для этого нам понадобится акварельный карандаш, плотная бумага, желательно акварельная, ластик и планшетик, чтобы вам было удобно рисовать. Итак, начнем. Мы построим сначала композицию. Поставим такие вот точечки. Здесь у нас будет линия горизонта проходить. Дочерчиваем. Будем строить домики.
Thank you.
Рисунок этот, как говорится, показываем в виде архитектурной графики. Здесь не требуется вырисовывать какие-то конкретные там очертания дома. Вот такой фронтовой набросок, так сказать. Так как времени не было рассиживаться со всякими там планшетами, делала все быстро. Наша графика превращается в живопись. Основные сюжеты — это отражение боли и тревоги, а также боевого духа жителей столицы в прифронтовой Москве. Город на осадном положении, идет подготовка к обороне. Это было время напряженных дней обороны Москвы, когда решалась судьба страны, время всенародного патриотического подъема на священную войну против фашистских захватчиков. Подготовка Москвы началась еще летом. Сотни тысяч жителей города и Подмосковья, в основном это были женщины и подростки, трудились на сооружении Ржевско-Вяземской и Можайской линии обороны. Вот я в своем рисунке показываю фрагмент того, как в ополчение ушли те, кто не подлежал призыву в армию по возрасту и состоянию здоровья. Ополченцами становились, в частности, студенты и преподаватели московских вузов, сотрудники научных институтов.